ну-ка. Ёжики. Да это в натуре хороший патч они завезли. А это чем что такое? Оно шевелится. Я прям предвижу комментарии. Шайтан Багаюзер опять испортил геймплей пацанам. Приятности. Кто-то меченую скрывает. Где-то тут... А, вот, вот эта комната. Там боты пошли решать вопросы. Вы чем тут занимались, блин? Ты же усек? Так, жетончик сюда. Ну, по-моему, ты не очень хорошо смотрел вход. Хотя логику профессионалов мне не понять. Так, и один на крыше. Вообще просто промолчать. Что тут у вас случилось-то? Ребятишки уже пролутанные лежат. Наступил на хардкорщика. Я думал, вот. Они уже сами ко мне идут. Ты ведь один? Блин, что за... Что с этой игрой не так? О, ну замечательно теперь. Я не могу ходить, я не знаю почему. Либо shift, либо капслок. Колесико не работает. Вот всегда мне такое с этой игрой. Всегда... Твою мать. Блин, вот взял, просто сломал геймплей парню. Ядрить еще и клановый. Use caps lock every time, или типа того, наверное.
Слышал. Сейчас наконец-то заруба будет нормальная, походу. Но в смысле? Ну, вот что это? Да, он все еще там носит, слышу. Ага, слышу его. Ты сдохнешь, ты нет, блин! Еще что ли есть? Нет, нет, я думаю, просто дорваться. Я хотею, Рая. Ты сейчас по нему работал? Нет, нет, нет. Значит, за ангаром Вейкера еще есть. По нему Сэмки сейчас шивали. Да. Мне грена летел. Ступаю. Ой, я не в ангаре Вейкер кто-то есть. И за ангаром Вейкер кто-то есть. Ты огнеопасный, да? Это я, да. Фу, чё так смотришь-то, блин, и молчишь ещё. Я знаю, что это выглядит. ВП еще. Двое, ёпта! Вы что там, блин, размножаетесь, что ли? Одного убил, одного убил. Еще один остался. Бежит ко мне. Куда бежит-то? Большого пролома. Кто? Блядь, скидёшь! Убил, убил, убил. Фу, блин. Думал, ты пасёшь то место. Куда он был? С крана. В ангаре Вейкера. Понял. Заряжается. Убил его. Твою мать, те аптечки-то у меня. Какого хера опять они не используются? Да, это он с глушителем. Зажимай C и крути колесико. Нет, ничего не происходит вообще. Бля, я думал, это ты идешь. Тебя убили? Нет. Убил? Да, блин. Убиваемый топорист. У меня полтима. Где она? В проходе. В заборе. Где поваленный. Так, я длину смотрю поваленного. Если кто выйдет, буду работать. Одного я сложил, там второй есть. Вот, я тут вижу. Минус второй. Кто от ямы выйдет, я увижу. Okay. Я убил. Мне сюда грены прокидывают. Кошки вообще не убивают. У меня бегают. У поваленного. За забором только. По железу топают. Сейчас я сделаю. Он полез на этот, на платформу. Либо в вагон, может быть. На платформе. На платформе. Шел к тебе, в твою сторону. Прямо вот сверху. Я попробую его обойти немножко. Убил его, нет? Да. А? Понял, понял, понял. Убегу. Не убил, метовский пришел. Двое еще, черт. Ну один, который был на парапетах, как ты говорил, один в метовский пришел. Так, один минус. Один еще с красного бежит сюда.
Да, вижу его. Вижу его ноги. Я не могу ходить. Черт. Фендер, бля. Минус. У тебя справа улепа двое. Еще дальше был. Слева. Слева от лэпа. Стоит у него. Вроде минус. А кто на выход из гаражей? Я. Тут один лежит. Эй, минус. Был, да? Ну здесь какой-то профи был, я не знаю. Где он лежал? На улице. Воин, 48 уровень. Я на перекресток прыгнул. Кто сейчас? По мне работают соседки. Понял. Нет, нет, от этого. Нет. С ангара по тебе шли, с ангара. Дал ему. Спугнул его. У ангара. Я возле ангара, он в нем. Ангар Вейкера? Нет, ангар за сеткой. Все. Это финиш. Один минус. А, ты сдох, что ли? Тю ты. Я тебя прокидываю тут. Все? Убил, да? Да, двое минус, тут за сеткой пролутаны в хламину. Я вам не опасна. Я покажу, как не опасно. Ёпта. Блин, что-то я там не вижу его. Слышу, бегает. Я подхожу. Он сейчас бежит в сторону бункера. Но с твоей стороны забора. Уходит. Вижу. В сторону перепрыжки. Работай по нему. Не могу, не вижу. Стой. На перепрыжку уходит. Сейчас будет перепрыгивать, Ань. Убила? Нет. Дал ему грену, держись. А где он был? Возле перепрыжки, да? Да, прямо по перепрыжке труп лежит. Да, я ему сюда грену прокинул, эфку. Фаст, сожрись. Ну, два феста, два дефика. Эрсаска с теплом, калаш с теплом. У него? Вот которых я убил двоих. А, норм. Я думаю, что они так быстро меня вычислили-то. 47-й, 42-й. Прицел, сколько стоит? Это по 200 тысяч? Да. Это, конечно, дорого стоит. Это что, калаш? Блин, тебе калаш. Чисто ради интереса, сколько вот... Че, мы идем или все? Калаш 78, 104 эрсаска. Я побегал бы. Это 400, 500, 570, 640, 2 дефентера и 2 фаста плюс к этому. Сколько это получается? 1700, наверное, да? Ну да. Сори, это вынес очень. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там вы найдете видео, которое скрыто на канале, анонсы, скриншоты и музыку. Ссылка в описании под видео.